В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структур отчитались перед главой городского округа о проделанной работе. Подробнее смотрите в нашем сюжете. С 21 по 27 июня в Люберцах зафиксировали 5 возгораний. Одно из них – природное в районе СНТ «Березка». Пожар произошел на 2 участках. Обгорели хвойные деревья. Задействовано было 20 единиц водоподающих техники, 5 специальных техники. Авиация МЧС сделала 46 сбросов по 5 тонн воды. Происходит дотушивание. Планируемое время завершения работы – это 30 июня. Возгорания в лесу возникают из-за аномальной жары, а также халатности отдыхающих. Люберчан и гостей округа призвали быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Напомнили горожанам и об эпидемиологической безопасности. Эпидобстановка по COVID-19 городского округа Люберцы. Всего заболевших 13 133 человека. На стационарном лечении находится 224 пациента. На домашнем лечении 1991 человек. В амбулаторных подразделениях Люберецкой областной больницы находится достаточное количество вакцины. И таким образом мы можем привить всех желающих и всех имеющих тому показания. В Люберцах вакцинироваться от коронавируса можно в поликлинических и стационарных отделениях. Прививочные пункты работают в торговых центрах, МФЦ и клубе «Активное долголетие». По всем вопросам, связанным с вакцинацией, можно обращаться на горячую линию 122. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.